вам интересно, что же внутри аккумулятора. А здесь у нас, как мы видим, 5 банок, 16850. Небольшая плата, которая вся загермечена, и непонятно, что здесь внутри находится. Как я понимаю, здесь, наверное, защита от перегрева, защита от перезарядки и от разрядки. Вытащить эту всю штуку у меня не получилось, потому что здесь все прям очень хорошо, плотно подогнано. Что касается дисков. Диски у нас имеют размер 76 миллиметров, и вот это центральное отверстие 1 сантиметр, либо 10 миллиметров. На каждом диске у нас нарисовано, в чем надо необходимо использовать данный диск, то есть вам надо использовать маску, наушники и очки. Диск, максимальная скорость диска 20 тысяч оборотов в минуту. Вот, также нельзя использовать, если вдруг есть сколы, и также нельзя использовать данный диск под углом. То есть под углом ничего не пилим. В комплекте два вот таких диска, что-то наподобие дисков для болгарки. Один диск вот такой вот, это шлифовочный диск. У нас вот такой толстенький. Вот, и еще один диск, вот он, это у нас диск для плитки. Здесь также нарисовано, что нельзя с ним делать. Вернее, в каком конфиге вам надо необходимо это делать. Нельзя его мочить, и также нельзя под углом. Вот этот диск, наоборот, нельзя под прямым углом, а только под... Ну, в общем, только вот этой частью стачиваем. Кстати, что касаемо данного устройства. Конфигурация его — это максимальные обороты 19500, 20 вольт. Ну и размер диска я вам сказал, 76 миллиметров, и вот этот болт у нас М6. Защита пластиковая, но как вы видели, под ней есть железная защита. То есть если вы боитесь, что пластик не удержит, например, скол такого диска, и он отлетит у вас, ну, в общем, можете не бояться, потому что дальше там защита железная. И это, кстати, с одной стороны хорошо, с другой стороны, наверное, если вы хотели использовать без вообще защиты, то у вас не получится. Что касаемо запуска данной мини-болгарки, у нее есть плавный запуск, то есть она не сразу лупит на все деньги, и моторчик, в общем-то, бережет. Пальцы, конечно, лучше сюда не сувать. Что касаемо еще аккумулятора, аккумулятор у нас на 20, такие же аккумуляторы вроде есть на 28, насколько я помню. И, в общем-то, если вы покупаете компанию Works, они делятся на несколько цветов. Я так понимаю, что от подготовленности, ну, что-то наподобие как у Makita или у того же Bosch. Вот, если вы покупаете оранжевую серию, то все аккумуляторы от оранжевой серии вам подходят. Вы можете использовать любые аккумуляторы оранжевой серии. На 20, кстати, тут 2000 ампер-час, то есть есть другие емкости. Вот, так, зарядка для аккумулятора такого гигантского размера, при этом у нас русская вилка. И еще, кстати, хочу заметить, что посылка пришла за 2 дня, покупал я его с русского склада. Здесь у нас есть индикация перегрева, проблемы с аккумулятором, заряд и, в общем-то, полный заряд. Ну, вернее, индикатор у нас один. Ну, здесь у нас расшифровка. Есть варианты, как я понял, на 2 аккумулятора. Ну, у меня на 1, так как я взял с одним аккумулятором. Можно также купить отдельные аккумуляторы, можно купить данную конфигурацию без аккумулятора. То есть, если у вас уже есть аккумулятор, и вы покупаете какое-то, например, другое устройство, здесь вот есть список этих устройств. Как вы видите, аккумулятор подходит под все устройства оранжевой серии. Ну, в данном случае. То есть, если вы купили зеленую серию, то любой аккумулятор от зеленой серии подходит к зеленой серии. Мне кажется, это очень клево, так что придется, наверное, купить еще какое-то устройство от компании Works. We'll be right back.
Ну что хочу сказать. Первый диск вот пошел по бороде. Но отпилил вот такой сантиметровый пруток. В общем, пилить можно. Второй диск. Ничего с ним не случилось, все хорошо. Отпилил. Как вы видите, тоже сантиметровую, наверное, плитку. Третьим диском заточил нож для газонокосилки, а также две тяпки. И, в общем-то, с диском вполне все отлично. Им еще можно пользоваться. В отличие, конечно, от первого диска, ну, мне кажется, его, если верить вот этим всем надписям, что его нельзя использовать, если он немножко имеет сколы, то вот с ним все плохо. Ну и какие же можно сделать выводы? Довольно-таки неплохая, прикольная штука в хозяйстве, но мне кажется, дороговато все-таки для такого маленького устройства. И плюс еще нету индикатора заряда. Это, мне кажется, тоже один из минусов. Если вдруг кому-то оно понравилось, то ссылочка, как всегда, под видео. И, в общем-то, я доволен покупкой. В то же время, мне кажется, все-таки дороговато за такое устройство. Можно было бы, наверное, купить нормальную болгарку на аккумулятор и уже, в общем-то, не заморачиваться с этими маленькими дисками.